have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Dead Space, ремейк, новенький. Отправляемся на Ишимуру. То, что вам нужно знать, что, во-первых, это максимальная громкость игры, если что, я, наверное, для себя попробую сделать потише, но пока что мы в тестовом режиме, посмотрим, как получится. Во-вторых, естественно, я знаю про эту, можно так сказать, великую серию Dead Space, но я не играл ни в одну игру, поэтому я сейчас иду в ремейк. Я не играл в первую основную игру, и я, наверное, не смогу заметить все те различия, которые были, потому что я просто не знаю, что искать и на что смотреть. Поехали. В смысле, resume? Я ничего не это. Load, resume. Ну, поехали. А, и да, нашей мовы нема, русского языка тоже, как понимаете, нет. Будем на инглише. Поехали. Я не думаю, что это будет такая уж и проблема. I think it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. Isaac, это я. Sorry about everything. Я хотел бы с тобой поговорить, извини, короче, тут сейчас посмотрим. Falling apart here. Все развалится на части. И не могу поверить, что это случилось. Что это происходит? Strange. Странно. Such a little thing. Такая мелочь. Да, она, yeah, она звонила. Weeks. Да, не слышал от нее ничего несколько недель. Really Ishimura is not a job you turn down, but 6 months apart with only big calls. Это не та работа, от которой отказываешься, но 6 месяцев в разлуче быть вдали друг от друга — это жестко. У нас тут капитан говорит про свою девушку, хотя капитан женщина. И вот, и опять же, это влияние ремейка или так было в начале? Ладно, ребят, давайте так. А, кто смотрел оригинальную, ну, в смысле смотрел, кто играл оригинальную игру, пожалуйста. А что с качеством видео, извините? Оно такое должно быть? Надо будет покопаться. There. На самом деле я поставил высокие разрешение, везде все. Не ультра. Насчет ультра я подумал, что будет перебор. Выглядит так, как будто они уже раздробили кору. Короче, погодите, Ишимура у нас что? USG? USG это что? Is that why you were digging into my personnel files before we left? You track your file access? The computer analyst. Извините, полностью я переводить все не буду, я хочу сам попробовать послушать тексты, где-то какие-то будут, я буду переводить, а вот разговоры... Я вообще субтитры включал. USG Ishimura. This is the emergency maintenance team of the USG Kelvin. Погодите минуточку, ребят. А, так, keyboard settings. Я же врубал эти... Нет, language subtitles. Я же включал subtitles. Вы чё? Игра. А как... Короче, да, тут... тут творится что-то не очень... Не только на Ишимуре творится всякий бред, еще и в игре потихонечку творится всякий бред насчет settings. Насчет всего хорошо. Вот я включил субтитры, может, это кому-то поможет. Читайте, пожалуйста. Ишимура, do you copy? Come in. This is USG Kelvin. Мы на Келлионе прибыли. Окей, понял. Ну же, кто-то поднимите трубку. Вы хотите сказать, что на вот этой вот штуке один коммуникатор? Один. Один. Johnson, take us in. То есть вы не поняли, что происходит, вы не поняли. Guidance system override is responding.
shit! We're coming in too high. He's gonna smash us into the hull. Jet, aim for that emergency stabilizer. There, the blue light. It might slow us down. Got it. Drop the flashlight. Do a break. Короче, ребят, уж извините, но я, наверное, буду сравнивать с ближайшим родственником из этой серии, которую я знаю. Это Alien Isolation 16 года, сеговская. Вот это, кстати, красиво. Это Айзек? Погодите, а он не запомнил... Они взяли другого актера? Мне всегда казалось, что Айзек выглядит по-другому немножко. Надо будет сравнить, кстати, проверить, посмотреть. Мне всегда казалось, что Айзек выглядит по-другому немножко. Они взяли... Я понимаю, что та игра слишком старая, там прошло сколько, на самом деле, лет-то? 17, погодите. Да, по-моему, 17 лет прошло с оригинальной игры. Но все же... Ну ладно, не будем на этом заострять внимание. Я про другое... Что, например, помните, когда... Ага, Follow Security Team, понятно. Мы приземлились на Ишимуру. Нужно найти экипаж. А Джонстону нужен медик. Где, черт побери, все. Ребят. Так, ладно, меня сейчас учат. Учат и мучат. То есть, помните, как на Строму? Как корабль звали? На Строму, да? Который к Севастополю подлетал. И у них была частичная связь. И, по-моему, Уайт, капитан, пытался их предупредить, чтобы они не садились. Но там были признаки жизни и признаки демонтажа станции Севастополь. А здесь они прибыли огромнейшая такая... фиговина космическая, с которой нет связи, и они такие, ну давайте подойдем поближе. Я не знаю, что было в головах у этих людей. Пока что мне это кажется нелогичным. Опять же, я не собираюсь ругать игру или что-то такое, просто сравниваю и говорю те вещи, которые мне приходят в голову. Блин, я на самом деле не фанат вот такого геймплея, когда ты от третьего лица, но у тебя персонаж занимает треть экрана вот так вот сбоку, но я надеюсь, что я привыкну. Просто у меня уже был опыт парочки игр, в которых я так и не привык к такому. Но надеюсь, что это изменится. Шифта у меня пока нет. Пойдем, такие шажочки вот у чувака только что были справа. Тык-тык-тык. А мне ничего не полагается, я понимаю, что я вроде как инженер, да? Да. Но мне не полагается сейчас никакого оружия, ничего. Это, я так понимаю, что парковочное место, да? Не, а можно, пожалуйста... Айзек, повернись, пожалуйста, будь добр. Айзек? Да, я хочу превьюшку, пожалуйста, можно? Вот такую, если получится. Пойдем. Я не могу быстрее двигаться, извините, я хочу посмотреть. Ты это сказал уже 10 раз, вот я не люблю, когда такое происходит. Ребят, вы сделали, чтобы персонаж двигался в том же темпе, что и NPC. Сделайте, пожалуйста, чтобы его не подгоняли. Locked. Ну давай, отпирай нас. Flight launch. Так, погодите, Flight Launch. Isaac, come sync your rig. Welcome, Isaac Clark, to the USG Ishimura. Ай, я тут, погодите, кто-то, да? Rig synced. Collect kinesis and stasis modules from acting chief engineer Jacob Temple. Location? Error. Employee not found. Подобрать свои модули у инженера, который неизвестно где. Это вроде как шутанчик, но это вроде как survival horror.
Короче, ребят, что я здесь делаю? В принципе, вы меня знаете довольно хорошо. Те, кто со мной уже некоторое время, вы понимаете, что... Safe Station, Stand By, я понял. Что хорроры это не мое, я обычно таким не занимаюсь. Text log. Ну-ка, а я могу посчитать сразу? Тут будут у нас тонны текста, да? Хорошо. Та-та-та-та-та. Publishing Division. Знаете как, я вот буду проматывать... А потом уже на монтаже сам это буду читать, потому что мне сейчас не хочется сбивать темп, нажимать на паузу. Вот я себе это все... Follow the location, press... А, X у меня постоянно... О, это удобно, это удобно. X будет мне показывать, куда мне нужно пройти. На огромном космическом корабле это удобно. Спасибо, игра. А почему я хожу сразу так, как будто я какая-то крыса? Ладно, хорошо. Так, еще секунду, ребятушки. Сейчас. Да-да-да-да-да, я вас слышу, я вас понимаю. Проверил звук. Звук на самом деле нормальный. Так это к чему, что хорроры это не мое, и эта игра вряд ли бы сюда попала. Я сейчас назову очень неожиданную, наверное, причину. Я сюда пришел отдыхать от Фернхангер, если что. То есть, эта игрушка меня настолько вымотала... а почему фрезы? Я говорю, что игра на полных... Знаете что, еще секундочку, подождите. Легкий монтаж, и мы опять здесь. Игра на полном... Ну, на высоких настройках. Забирает у меня примерно сейчас 50-54% мощности. Компьютера, видеокарты, памяти, все дела, но при этом... Нет, она ощущается гладко, но вот я не пойму, вот эта зернистость, она такая должна быть, не должна быть. Да, признаюсь, у меня нету RTX пока что. Пока что. Я... The tramps? Mm-hmm. That kind of damage to a planet cracker. Ну, тут прям жестко, я смотрю, да. Вот если красный, это все damage. Карантин. Мне стоять здесь смотреть? Меня не выпустят, да? Да, меня не выпустят. Ну тогда смотрим киношку. Как избавляются от нашего экипажа. Все равно я тут должен остаться один. Минус один. Мне пора. До свидания. Ран, я не хочу ран, я думал, я их убивать буду, а не бегать от них. Я думал, что меня прибьют. Что я не успел отреагировать. О, меня искупали уже у нас. Блин, кстати, мне вот эта фишка с забралом так нравится. Ну, не забрал, а вот этот информационный экран внизу, он прям... А как мне на него посмотреть? Ладно, пофиг. Ребят, а можно... Можно не... Нет, их туда. А ударить как? Угу, это слоты оружия. Таб. А удар ногой? Не shift. Caps lock, извиняюсь. Блин. Ну это же явно разбивается ногой. Погодите минутку, я схожу в опции. Пишут, что пробел. Но пробел не работает. Это нелогично. Абсолютно полностью. Ладно. Я что-то собираю, забираю. О!
Вот тут я катер найду себе сейчас, да? Соберу. Короче, ребят, я знаю, что это катер. Я знаю, что это оружие отсюда, оригинальное, все дела. Но самое смешное, что в первый раз я этим оружием пользовался в Enter the Gungeon. Как отсылка. Так, hold и это rotate, primary fire, hold. Понял, так. Понял, хорошо. А вот теперь и стомп появился. А, пока я не прицелился, я могу просто ударить. Я понял. А сколько у меня 10 патронов? А сколько у меня их вообще? 10 и 12 в запасе. 22 общих. А я не могу... А я не могу в инвентаре... Ах, вы ж... А, почему я не могу в инвентаре лазить мышкой? О, карт. Ах, а почему ж все так... честно, отвратительно. Потому что я понимаю, что это такая дань консолям, но черт побери, это же ремейк. Я уверен, что даже в старой игре можно было подкрутить, чтобы там мышкой лазить. А в ремейке вы же могли сделать по-нормальному. Это же неудобно. У тебя же как бы мышка на клавиатуре... бесит. Да, open. Релод, отлично. Вроде как стрелял по... Вот эта механика прикольная. Я могу просто эти трупы давить. Так, ну патронов у меня мало. Это печально. Это прям печально. Учитывая, сколько их надо, мне туда. Сам такой. Честно, меня дернуло, но не настолько. Я еще, кстати, не определился с длиной серии. Security request retrieved. It died. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Ага. This had to shoot its fucking arms and legs off. For God's sake, send help. Ага. Ну, это, кстати, я знал. Это наша первая подсказка на то, что не надо стрелять по головам, надо отрубать руки, ноги, да? Его утащат? Нет, не утащат. Что у меня сейчас по патронам? Так, на паузе. А патрон еще есть, подобрал немножко. На паузе не останавливается время, это печально. F. Health pack на месте. Ага. Ага, хорошо. Офигенно. Так. Это вообще ни разу не сейф. А, минуточку, вы отбились? Я думал, вы все сдохли там уже. We need to get to the bridge. There's a thousand people on board. Someone will be there. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs. Вот эта фишка с карантином тоже очень сильно напоминает Alien. Но что там тоже, как куда приходила эта фиговина, объявлялся карантин. Датаборд. I can't lift the lockdown or call the tram until we get a spare main circuit. Я понял. But it's all on Isaac's side of the quarantine. I'll handle it. Just make sure there's power to the repair systems. And Isaac. Yeah. Be careful. I'm sure Nicole's okay. She's a doctor, right? Do the smart thing. Yeah. Yeah. She always does. Yeah. Find somewhere safe.
I'll be back soon. Так, view mission. Так, хорошо. Ну-ка. Find that board. Ну, чтобы запустить систему, я понял. Хорошо. Offline. Data board is missing. То есть оно появится и тут, и там. Смогу что-то сделать, когда найду эту data board. Хорошо. Tram tunnel. А я могу закрыть дверь обратно? А, она сама закроется. Хорошо. Что тут по сохранениям? Погодите. Хотите сказать, что... Ребята, я хочу поиграть в игру с нормальными сохранениями. Идите нафиг. Так, Cargo Arrival. Тут явно что-то... Cut off limbs to kill enemies quickly. Dismember enemies to slow them down. Понял. На меня сейчас полезут? Откуда А, он сюда побежал, все, я понял, где это место. Надо было развернуть. Надо было развернуть катер. Я не догадался. Сразу, короче, надо стрелять по ногам. Тогда выходит, что горизонтальный... так. А почему... Почему на стрелочке? Я... Ага, я могу подать только на один, я понял. Maintenance pay, а второе было у нас... Мне не нравится. Что? Что-то мне как-то неспокойно. Что-то мне вот вообще не нравится тут. Я так понимаю, что такие секреточки мне нужно будет... То есть тут на меня решили не нападать. Меня просто жухнули. Это очень клаустрофобненько как-то. Да ну нафиг. Некомфортно, соглашусь. Сейв стейшн у нас. Количество сейвов не ограничено. Empty slot. Да, давай. Сейвим. Sure. Конечно же, я sure. Спасибо вам огромное. На медиуме мы играем, да, нам напоминают. Тогда погодите минутку, ребят. Секундочку. Я тут просто глянул, сколько у нас там по времени. Можем еще немножко поиграть. Я не знаю сколько. Я еще не определился с длиной серии. Isaac, don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. The only way is hacking them apart. Those arms, legs. Does that even kill them? Or do they just stop moving? Ага, ага. Я вас понял. Что у меня по патрончикам? 43. Это терпимо на самом деле. Я не скажу, что это много, я не скажу, что я доволен, но это терпимо. По крайней мере, я смогу
А фонарик можно, пожалуйста? Короче. Эта тактика эффективна. Я от испуга начинаю дальше стрелять, а стрелять дальше не надо. Нужно вовремя успеть остановиться. Но они быстрые. Короче, что печально, это то, что они быстрые. А управление не такое уж и отзывчивое. Может быть, я потом мышку подкручу, посмотрим. Я не... Грибаное мясо. Это вот он отсюда вылез, да? Баллон, скорее всего, это взрывающийся, но я что-то покажу. Насчет денег я пока не уверен. Зачем мне нужны деньги на чертовой космической станции? Что-то мне аж этот из Армагеддона вспомнился. Зачем тебе нужен пистолет в космосе? Иди ты в задницу. Да, баллоны взрывающиеся. Ага, вижу. Хорошо, это сокращает. Это сокращает. То есть один выстрел, и в принципе он разлетается. Неплохо, неплохо. Вот у меня есть еще два баллончика. Вон там баллончик, вот тут баллончик. Можно соплё не греметь там? Power. А power у нас... А, угу. Ясно, понятно. Что за... О, интересное местечко. Я так понимаю, что в те места, откуда они вылазят, я залезть не... Здравствуйте, не могу. Не то, чтобы я хотел. Это совсем не то, что мне нужно в жизни. Окей, это я сделал кругаля, навернул. А к... Надо бы картой, наверное, пользоваться, да? Cargo baggage. А, мне типа вообще не сюда. Все, я понял. Мне вот сюда. Ага. Мне вон туда, скорее всего, но это, я там не пройду. Мне нужно будет, как там вначале сказали, найти модуль стазиса, не стазиса. Короче, я думаю, что это... Не, это не страшно. Я тебя разобью. I will crush you. А это случайно не... Меня тут не переедет чем-нибудь? Так, на секундочку. Модуль стазиса. Итак, С. Понял, насколько его хватает, это скорее всего подзарядка стазиса. Стазис, ремайндер. No, but I found a stasis module.
If I'm faster than... I got it. Окей, это работает. Notice. Короче, осторожнее, не прижмите палец. Stasis pack. Это зарядка типа. Recharge stasis pack module charge stations or by using stasis packs in the inventory. Я понял. А тут у нас второй спак. Чё за? Я займу вот это положение. Потому что тут ко мне не по... Чё-то за фиг не было. Мне не понравилось. Ставлю этому месту единицу на букинге. Чё-то такое... Зарядка стазиса. Стазис фул. Зарядка бесконечная. Заберу креды. У нас тут прям такой перекресточек. Ты кто? Трам репер, бэм. Мне скорее всего сюда. Угу. А, тут заперто. Сюда, назад, сюда. Bathroom. Ага, inside the vents. Они в вентиляции. Офигенно. Как-то туалеты не полутать, да? Отстань от меня. По туалетам прошлись. А что тут? Flight deck tram. Это на летную палубу, на мостик. На. Итак, нам туда... Тут стазис, тут выход обратно. В принципе, я понимаю. Давайте так, я тогда сохраняюсь. Зачем я тогда туда сходил изначально? Ну, интересно было. Да, на новый слот сохраняем, перезаписываемся. Давайте, наверное, так. Эта серия будет... Вот такой, как сейчас. Тут у нас не так много. Тут сколько у нас? Чуть больше, чем полчаса получается. Между получасами и 40 минутами. По звуку вроде как она нормальная, по атмосферке мне вроде как пока интересно. Немножко печально, что эти твари быстрые. Но ничего. Пишите вообще как, что. Если я упускаю где-то какие-то основы, какие-то детали. Не надо шептать мне ничего. В комментах лучше пишите. Не надо шептать, не надо. Пишите в комментах. Вот, на этом, наверное, давайте тогда первую серию закончим. Продолжим в следующий. Это логично, да? Просто капитан очевидность. Пишите, как вам, что вам. Буду ждать отзыва, отклика. Нет, на самом деле, в Fear and Hunger мы вернемся. Серьезно, я эту игрушку взял просто, чтобы развеяться, потому что нужно было что-то... Что-то еще, что я буду записывать, и я подумал, что это было бы неплохим вариантом. Все, ребятушки, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.